Так что мы будем сегодня готовить? Ну вот сейчас приступаем к нашей байцай. Капусточка. Пакчой. Пакчой, байцай. 500 рублей за килограмм. 500 рублей за килограмм. Может лучше так сырой есть? Аккуратненько. Нет, сырой ты не съешь. А он не вкусный сырой-то? Ну, попробуй. Ну, в общем, вот. Приступаем к этому. Для этого нам понадобится ложка кукурузного крахмала. Вот она. Три зубчика чесночка. Здесь у меня целая. Думаю, если у кого-то картофельный тоже подойдет. Половинка лимончика. Половина лимона, ложка крахмала, три зубчика чеснока. Знаешь, тут, наверное, маловато будет. Я сейчас лайма еще возьму. Возьми лайм. Вот. Лайм, крахмал, масло и соевый соус. Мы возьмем вот это, отпустим. И немножечко тепленькой водички. Чайничка. Вот. Вот водичка. Сюда будем добавлять крахмал и соевый соус. Я смешала водичку, крахмал, ложку крахмала, соевый соус. Сюда же добавляем, ну, кунжутного масла у нас нет, бросим оливковое или любое другое растительное масло, буквально чуть-чуть, пару ложек. И еще нам понадобится кунжут, я его подсушила предварительно на сковородке. Вот. Теперь отделяем белые части от зеленых. Да зачем? Ну так, сначала белые жарятся, а потом зеленые. Берем бок в сковородку, заливаем немножко масла. Блюдо азиатское, поэтому обязательно вок, да? Нет, можно на сковородке, но у нас есть вок, мы сидим на вок. Бросаем. Бросаем белые части. Скажи, там три зубочка чеснока расколотила и порезала, да? Да. Жарить мы. А чесночок куда? Сюда? Ну, вот сейчас прям сюда. В соус? Конечно, мы пакчой каждый день не готовим. Капусту, если так приготовить, не то же самое получится? Не знаю, вряд ли. Это именно такая штука, она хрустящая. Опа, тут появились листья.
Так китайцы так готовятся или не так? Ну, мы же не видели, как они готовят. Ну, примерно, да. Тут это такое вот похоже. Вот я не все это делаю. Сейчас мы туда бросим. На вид вот так оно и выглядело. А крахмал зачем там? Для густоты? Для густоты, для мозоли, да, да. Вот. Соус такой. Хоп-хоп. Ну, все, в принципе. Сейчас мы заведем. Скажи, соус и что было? Крахмал, соевый соус и что еще? Крахмал, соевый соус и чеснок. И чеснок, и все, да? Сейчас мы еще посыпем кунжутом. Такой типа не сладкий терияки. Да. Кунжут там уже готовое блюдо будем посыпать, правильно? Ну, я забыла лимонный соус. Соус. Ну, сверху капну. Я ж помню, что-то еще было в соусе, да, изначально планировалось. Лимонный сок. Не всегда много, я тоже думаю, не надо его. Кислое будет. Мне кажется, сахарку больше не помешает. Ну все, хватит, а то нам уже не пахнет вкусно. А, ну это из-за чеснока, наверное. Из-за чеснока, да. Пахнет чесноком. В хорошем освещении давай. Здесь это лучше горячим или как, пока остынет? Подождать? Ну, можно по-всякому. Я думаю, горячим лучше, конечно, но... Мы, наверное, будем холодным есть. Пока пирог готов будет, пока баклажаны сейчас будем делать.